Хочешь получить 100 баллов за ЕГЭ по иностранному языку, реальные льготы при поступлении в любой вуз нашей страны и стипендию в 20 тысяч рублей? Тогда участвуй в Федеральной Олимпиаде МГПУ по иностранным языкам «Учитель школы будущего». Если ты активный, целеустремленный и отлично знаешь английский, немецкий, французский, японский или китайский язык, тогда регистрируйся на портале Олимпиады и заполняй анкету. После регистрации ты сможешь в режиме онлайн выполнить задание отборочного этапа. Самое сложное в Олимпиаде была устная часть, потому что я когда пришел, я начал сильно нервничать и вообще потерялся. И после того, как устная часть прошла, я вообще не думал, что я смогу стать призером Олимпиады. Я даже не надеялся на это. Ожидание, да. Я готовилась в течение 3 лет, и я очень счастлива. Но эта победа дает мне поступление без вступительных экзаменов, стипендию на первом курсе в размере 20 тысяч рублей. Я точно рекомендую вообще детям из разных классов участвовать в Олимпиадах, даже с 5 класса начинать, потому что это закаляет, и уже потом в 9, 10, 11 будешь побеждать, становиться победителем, призером и получать вот такие вот льготы на поступление. Не упусти свой шанс поступить легко. Прокачай свой уровень языка. Принять участие в Олимпиаде могут все учащиеся со 2 класса и выше.